Салом, я Джон, на улице жарко. И сегодня у нас горячий поход. Привет. Блин. Просто очень горячая. Хотел с тобой познакомиться, просто ты такая горячая, я просто не могу. Кого рисовался? Анетта. Анетта? Чао, мене Джон. Твари до самого номера узы. Реально жарко. Просто дай свой номер и все. Фу, не могу, так и жарко. Невозможно. Как еще раз назвали? Анетта. Анетта. Люди не понимают. Но... Блин. Такая горячая. Я просто не могу. Я на самом деле просто думал, вот там как бы пил кофе, думал, как с тобой познакомиться. Просто на улице уже холодно, но здесь реально горячо. Я-то подумал, что это необычный способ знакомства, говорить девушке, что она очень горячая. Фух, мое сердце бьется тяжело. Подожди, жарко. Есть водичка какая-то или что-то такое? Нет. Извини. Может быть, просто не могу. Фух. Как тебя зовут? Настя. Очень приятно, меня Джон. Дашь мне свой номер? Дашь мне свой номер? Ладно, Настя. Ну просто номер. Потом позвоним, поговорим. Я буду в одежде. Если ты не будешь такая горячая, конечно. Чей? Тогда я вам приду голый. Тебе навстречу. Домой. Пить кофе. Да. Я тебя не звала еще к себе домой на кофе. Это пока что нет. Я сейчас начну дальше раздеваться. Просто дай номер. Я пошла. Просто дай номер. Мне уже холодно стоять. Ты уже перестаешь быть горячей. Так, просто вбей мне номер. Мне уже холодно, руки трясутся. Пока я не замерз. Дай мне быстро одеться. Настя, правильно? А как меня зовут? А как тебя зовут? Джон. Прости, да. На что ты отвлекаешься, не понимаю. Я понимаю, бы голый бы здесь стоял бы. Что ж ты без Нет, маечка? Совсем голый. Совсем голый? Ну, только оденься, что я не буду отвлекаться. Настя, голая, напишу. Неплохо. Неплохо. Да, все, спасибо, девчонки. Обнимемся с голым парнем. Оп, иди сюда. Я не обнимаюсь с голыми парнями. А целуешься? Нет.